В Люберцах идет реконструкция Наташинского парка. В рамках первого этапа обновят прогулочные дорожки, проложат новую систему освещения. Какой будет зона отдыха после завершения благоустройства, жителям рассказал глава округа Владимир Волков. В этом году и в следующем масштаб благоустройства будет сделан очень на высоком уровне, с хорошим качеством. К сентябрю в парке обновят пешеходные дорожки вокруг прудов, установят дополнительное освещение. Рабочие приступают к обустройству трех входных групп. Основную смонтируют со стороны улицы Митрофанова. Два других входа – с улиц Шевлякова и 8 марта. Благоустройство проходит с учетом пожеланий жителей. Как началась реконструкция, были очень рады, что будет еще лучше. И так было, конечно, хорошо, но будет еще лучше. Ждем, чтобы в парке было комфортно время проводить, гулять, чтобы были построены новые дорожки, освещение было хорошее, чтобы просто было приятно гулять с детьми. Старое покрытие демонтировали. Рабочие завезли щебень для укладки новой тротуарной плитки. В парке установят более 400 опор освещения, модульный павильон для проката велосипедов и самокатов, обновят лодочную станцию, обустроят главную аллею и зону отдыха с шезлонгами. Сам контракт действует до 1 октября, но мы с подрядчиком и вместе с жителями обсудили ход работ, ускорение этих работ для того, чтобы к дню города основные проходы, основные площадки были готовы. Для малых детей до среднего возраста, для подростков и для старшего поколения можно будет найти абсолютно любую локацию и набираться здоровьем в этой парковой территории. Уже в следующем году приступят к обустройству пешеходной сети в лесопарковой зоне. В рамках второго этапа реконструкции оборудуют футбольные и волейбольные площадки, беговую дорожку и лыжную трассу. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.